Правительство расширило возможности сервиса поступления в ВУЗ онлайн. Об этом рассказывают в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». Часть сведений, которые раньше выпускникам приходилось заполнять в ручном режиме, теперь при необходимости будет подгружаться автоматически в сервис поступления в ВУЗ онлайн за счет интеграции информационных систем. Это особенно важно для выпускников, которые подают заявление сразу на несколько специальностей и в несколько вузов. Они смогут отслеживать конкурсную ситуацию онлайн и оперативно принимать решения. К сервису дополнительно подключены новые системы, в том числе цифровая платформа физической культуры и спорт, государственный информресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, информационные системы в сфере развития добровольчества. Достижения в этих сферах дают дополнительные баллы для поступления в ВУЗ. Их можно получить, если у абитуриента есть значок за выполнение комплекса ГТО или победы на всероссийских олимпиадах по школьным предметам. Как и прежде, информация о поступлении будет доступна в личном кабинете на портале госуслуг сразу после решения приемной комиссии. В телеграм-канале Департамента образования Самары рассказывают о том, как делегация из города Снежное посетила самый крупный образовательный центр Самарской области «Южный город». Для гостей из Донецкой Народной Республики педагоги и ученики учебного заведения подготовили обширную программу. Обзорные экскурсии по школьным музеям, театрализованные постановки, мастер-классы. В телеграм-канале промышленного района Самары рассказывают о том, как стать участником всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России». Конкурс нацелен на поиск лучших практик благоустройства городской среды. Номинации «Лучшее зимнее мероприятие во дворе», «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура», «Лучшее зимнее оформление двора». Заявку на конкурс может направить любой желающий, собственник или наниматель помещения в МКД, член совета МКД, член ТСЖ или представитель управляющей организации. С 28 февраля по 15 марта жюри конкурса рассмотрит заявки. С 16 марта подведет итоги и выберет победителей. До 15 марта на сайте будет проходить инородное голосование. Заявки принимают до 28 февраля.